Саженцы боярышника, сочного лонгтаун на штамбе, крейтейк в сакалента, плодовое листопадное дерево, высотой до 500 см. Его крона широкая, несимметричная. На культуре присутствуют множественные слегка изогнутые колючки до 4 см в длину. Сорт лонгтаун на штамбе характеризуется зауженными эллиптическими листьями зеленого окраса. Цветет боярышник в мае-июне розовыми цветками, собранными в щитковидные соцветия. Плоды созревают в сентябре, шаровидные, ярко-красные, сладкие на вкус. Дерево неприхотливо. Лучше растет на солнечной открытой местности, терпеливо к полутени. Произрастает на любых почвах. Не переносит засуху. Морозоустойчиво. Боярышник на штамбе лонгтоун – это дерево высотой 500 см с типом роста, штамбовый. Цветет растение в месяц май, июнь. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка розовый. Лист растения по форме эллиптический. Летом листва зеленый, осенью листва желтый. У растения есть шипы. Боярышник на штамбе лонгтоун имеет осенний срок созревания. Его плоды созревают в месяц сентябрь-октябрь. Форма у плода шаровидная. Цвет плода красный с крупными светлыми точками. Вкус сладкий, мякоть желтая. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что боярышник на штамбе лонгтоун пчелоопыляемый, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.